Так, здравствуйте. Мы с вами договаривались, что вы напишете произведение. Есть у вас произведение такое? Ну, давайте. Екатерина, я бы вам советовал в конце поставить подпись. Серьезный документ. У вас сверху надпись есть, а это подпись. Надпись пишется «нас», а подпись пишется «под». Под текстом. Подпись, подпись. Ну, ты важно. Документы как оформляются? Подпись обязательно в конце. А если надпись, я могу сверху написать Кукушкина и сам все написать. Правильно? Особенно если на компьютере, там почерк даже неизвестно какой. Так, ну вот, давайте почитаем. Анализ части, естественно возникшие и созданные цивилизацией орудия производства и формы собственности. В самом начале данного раздела Карл Маркс классифицирует, вообще вы думаете, что это Карл Маркс, а их двое тут, Маркс и Энгельс. Давайте будем, какие авторы есть, и соответственно Фридрих Энгельс. Энгельс не обиделся, Маркс обиделся за Энгельса. Классифицируют ют орудия производства по их возникновению. Существуют орудия, возникшие естественным путем, и орудия, ну, в первом случае у вас после орудия запятая стоит, а во втором случае после орудия запятая не стоит. Это говорит о том, что вы знаете, грамотный человек, но просто не всегда не проверили. Вот вы написали, что нужно делать? Прочитать. Посмотреть. Нет ли каких грехов. И орудия, созданные цивилизацией. Первым можно отнести дары природы, которую использует человек в своей трудовой деятельности. Вода, земля и прочее. В этом случае индивиды подчиняются природе, владеют земельной собственностью. Вот это очень странное такое выражение. Владеют земельной собственностью. Не землей владеют, а земельной собственностью. Есть земельная собственность, а ею владеют. Вот это странное выражение. Собственность – это общественное отношение людей? Или это что-то такое, вот предмет какой-то? Общественное отношение. То есть вот есть объекты собственности. Это может быть земля, средства производства, орудия какие-то, да? И есть собственность, как общественные отношения. Как определяется собственность? Если вы сейчас не назовете, то мы на этом остановимся, я напомню вам. Потому что это очень важно. И это вопрос непростой. Мало кто его знает из экономистов, и из юристов. Потому что юристы, если бумаги написаны, значит собственность. То, что по этому поводу существует большая путаница, вот видно из такого положения. Сейчас в законах российских считается, что собственность, вот ваша, возникает с того момента, допустим, на квартиру, там, на недвижимость, с того момента, как вы зарегистрировали. То есть с момента регистрации, с получения государственной регистрации. Получили вы свидетельство о государственной регистрации, собственность возникла, а до этого как бы ее и не было. То есть, а что такое регистрация? Регистрация – это констатация факта, правильно? Вот я сейчас буду регистрировать, вот я сейчас регистрирую. Вы пришли, я зарегистрировал. Вы не пришли, я зарегистрировал, что вы не пришли. То есть что я тут делаю? Ничего я не делаю. Я просто констатирую сам факт. Так вот, что должна регистрировать? Если вы еще не получили свидетельство о собственности, значит, когда вы приходите его получать, что нужно констатировать государству? Что у вас собственности нет? Правильно? Ну, раз у вас ее и нет, то и нет. Вот какая получается, вот если по логике вещей так рассуждать, на самом же деле собственность возникает не юридическим путем. Потому что возьмите вы собственность на батон, который вы купите в магазине. Вот вы, если бы мы так же действовали, было бы очень странно. Если вы купили батон, и теперь сказали, идите зарегистрируйте этот батон, а потом можете его кушать. А вы берете и прямо можете, вот вышли из магазина и начинаете, вот на каком основании
Вы имеете собственность на батон? Имеете. Нужна для этого регистрация? А чека не хватает? Чек ведь что означает? Чек означает контрольный такой документ, который удостоверяет, что вы внесли определенную сумму денег. Или, если речь идет о том, что вы создали сами, вот у вас есть участок, или у родителей есть участок, вы выращиваете помидоры. Вы вырастили помидор. Так что вам, для того, чтобы это была ваша собственность, вам нужно идти и регистрировать, что это ваш помидор? Или можно его прямо разрезать, да и съесть? То есть не надо регистрировать. Так вот, в связи с этим встает вопрос, что такое собственность? По этому поводу существует, я хочу, как бы, вся моя речь не в обвинении вам, а в оправдании. Что это такая сложная вещь, что здесь путаница у самых разных людей. Ну и вот, скажем, я вот это читаю, и смысл вот этого нашего действия состоит в том, что если вот я обнаруживаю какое-то непонимание, на это надо остановиться. И это, может быть, вот я для себя вижу, что нужно еще рассказать, чтобы это было понятно. Некоторые думают, вот такие есть определения поверхностные в политэкономии, что собственность есть отношение по поводу вещей. Не слышали такие, нет? Они уже они двинулись в сторону отношений, что это отношения людей по поводу вещей. Ну вот кто-то из-за какой-то вещи подрался. Это собственность тогда? Драка – это собственность тогда? Нет. Поэтому это такое вот определение, которое больше похоже не на фундамент какой-то научной работы, а на орнамент, дескать. Вот у нас определение есть. Так. Теперь, значит, есть такое тоже рассуждение о собственности. Собственность проявляется во владении, пользовании и распоряжении. Вот у вас есть там сумка, вы можете ее владеть, пользоваться и распоряжаться. И вот тогда надо, ну, тогда надо разобраться, что такое владение, что такое пользование, что такое распоряжение. Хотя тут собственность у вас рассыпается на три части. Это не что-то единое, а что-то составное такое. Ну, хотя бы и составное. Давайте будем разбираться. Что значит пользование? То есть вы, вот в отношении к вашей сумке, пользование означает, что вы эту сумку не для того применяете, чтобы там кого-то побить этой сумкой. Значит, она размахнулась. Так не в этом польза ее, да? То есть сумка существует для того, чтобы переносить ваши вещи там небольшие, необходимые. Необходимое количество вам для, так сказать, каких-то вот повседневных нужд. Вот если вы для другого ее используете, или вы решили взять и играть, начать ей в футбол. Ногами. Это пользование? Нет. Это не пользование. То есть с пользованием легче всего разобраться. Теперь распоряжение. Сумка ваша. Хотите ее, вот, подарите кому-нибудь, хотите, дадите мне подержать, хотите посмотреть, это ваше. То есть вы управляете тем, кому она на время переходит. Или навсегда. Раз это ваша, то вы распорядились ее вообще подарить кому-то. Раз вы подарили, вы в связи с вашим распоряжением собственность расстаетесь. Хотя, вот так расстаться, значит, если это недвижимость, не очень-то просто. Это вам нужно, значит, составить договор, или в простой письменной форме, или в какой-то другой форме. А потом опять нести его на регистрацию. И вот эта музыка с регистрацией, раньше ее просто не было. Ставили штамп, если вы деньги я заплатил, а вы мне передали, пип теперь ставит штамп, что это теперь мое, а не ваше. И все. Нет, теперь идите там деньги платите, куда-то надо ехать, на регистрационную палату. И там они с умным видом сидят, хотя их деятельность сводится, в общем-то, ни к чему. Какие-то констатации. Констатация – это очень хорошо, делал был штамп в проектном инвестиционном бюро, и они хлоп, и все. Так, и остается еще владение. Вот как вы понимаете, владение? Вот вы собственник авторучки. Согласны? И я согласен. Пока еще вы не разобрались, дайте мне, пожалуйста, ее. Вот вы сейчас собственник авторучки, а кто владелец? Сейчас я владелец, потому что что я что хочу, сейчас вы слушайте, еще не успеете оглянуться. И какие будут последствия, это второй вопрос. Вот, вы сейчас пойдете жаловаться, деканат, потом напишут письмо ректору, что в безобразном поведении преподавателя под видом, значит, лекций,
отнимает у студентов ручки, ломает это. Но кто владелец сейчас? Я владелец. Что такое владение? Это вы можете записать, это фактическое обладание вещи. Фактическое обладание. Сейчас не вы. Это вы распорядились, вы мне ее передали. Я попросил, а вы могли сказать, нет, извините, я должен записывать, что же вы говорите. А что же вам буду передавать? А чем я буду записывать? Ну или вообще ничего не могли и не объяснять. Потому что если это ваша ручка, то кому-то доказывать, что извиняться по поводу того, что вы ее не отдали, ну вроде бы и не надо. Правда? Это чрезмерно было бы, чтобы вы еще извинялись за то, что, так сказать, у вас забирают ручку. Так что вот владение – это фактическое, все остальное вроде понятно, пользование очень просто понимается, распоряжение тоже понятно, а вот владение – это фактическое господство над вещью. И вот тут, уважаемая Екатерина, закрадывается у меня сомнение. А не взяли ли вы эту ручку у кого-нибудь? Вот то, что вы сейчас ей владеете, это точно. А все взяли? А все мы все думаем, что это ваша собственность? Вот как я у вас брал, вот вы сейчас, я видел там вот сидел рядом человек, у него раз, пока он отвернулся, раз эту ручку, и сейчас сидите, спокойно пишите. То есть это не то же самое, что собственность. То есть когда мы говорим о владении, вот мы констатируем сам факт. Человек берет и фактически над этим господствует. Захватил, украл, поймал, заработал, купил, ему подарили. Разные всякие формы бывают. Но из самого факта владения вывести это нельзя. Сейчас вот мы начнем выяснять. Ну, вот здесь присутствуют люди, которые вас не знают. А вот если бы сидела тут, так сказать, группа ваша, так и целиком. Вот мы начали бы выяснять, и все бы сказали, это да, это ее. И что? И тогда ваше владение было бы общественным путем закреплено. То есть как бы общество признает. То есть если общество признает, это собственность. А если общество не признает, то это только владение. Хотя вот в языке, когда вот люди говорят, обычно, когда говорят «товаровладелец», то есть, как бы имеется в виду и то, что он владелец, но как бы он и собственник, когда говорят, как синоним используют. Или «землевладелец». Вот «землевладелец» – это точно, как правило, это собственник. Хотя, с другой стороны, как начинается собственность? Вот представьте себе образование Соединенных Штатов Америки. Как они образовывались? Едут из Европы колонисты. Приезжают прерии. Ничего там нету, никаких людей. Мустанги там, значит, эти самые лошади дикие скачут. Значит, они ставят колышки. Ну вот столько, сколько он считает это. Вот ему надо земли для того, чтобы он, так сказать, нормально жил, работал. Ранчо. Делал я ранчо. И тут вот кто-то заходит. Я достаю кольки, бац. Больше он не заходит, и другие не заходят. Постепенно и привыкает к тому, что не надо сюда заходить. Это моя собственность. То есть уже общество признало. Общество может не признать, потому что пришли трое, потом у меня убили. Друзья или родственники того, кого я ухлопал. И такие вещи и были. Поэтому собственность нет, собственности нет. У нас сейчас есть на земле такие участки, на котором такая картина. Как же нет? Антарктида. В Антарктиде вот у нас есть там наша станция, американская станция. Там есть собственность на вот эти участки Антарктиды? Нету? Пока нету. То есть владение, пользование там есть. Пользование есть, потому что туда приезжают, в общем, для каких целей? Ну, для целей, прежде всего, не экскурсионных, как вот наши тут три депутата, или два депутата отправились туда, на Антарктиду. Денег у них было много. Вот. Работы они не загружены, они отправились путешествовать, там, значит, в Думе идут заседания, их нету. Там кто-то, говорит, поднимает вопрос, что надо бы таких лишить вообще думского звания. Ну, ничем это дело не кончилось, потому что и думцы, и другие так настроены. В следующий раз они куда-нибудь не придут, поэтому никаких наказаний их не было, но вот, так сказать, такое путешествие было. А в общем-то там и используется. Это, то есть делаются исследования, исследуется, так сказать, лед, там, климат. Бурят соответствующие, так сказать, скважины, смотрят какой-то покров земляной и так далее.
Владение есть там? Ну, конечно, есть. Вот если они, фактически, то они обладают этим. Никакой собственности, а владение-то есть. И это может привести, к, ну, в конце концов, к чему? Ну, там, к тому, что это вот закрепится, это наша. Вот это наша станция, это ваша станция. Приходите, вы ко мне в гости, но вы же ко мне в гости пришли. А не просто гуляете по Антарктиде. А потом я, вы меня пригласили в гости, я к вам иду в гости. То есть это уже ваше. Вот когда это ваше, наше начинается, то есть когда общественным путем закрепляется владение, начинается уже не владение, а собственность. Вот я сейчас вам рассказываю то, что почти никто не знает. То есть люди, которые это знают, но их очень мало. И люди, которые по телевизору разговаривают, обсуждают, собственно говорят, собственность, слово-то собственность, все говорят, знают очень мало. Найти определение собственности тоже очень сложно, потому что, вот скажем, те же классики марксизма, они говорят, рассуждают, но не всегда найдете в них определение, что такое собственность. Вот. Ну, поскольку Маркс писал вот одну рукопись сначала, написал «Капитал» 57-59 годов, потом другую рукопись 63-64, а потом написал «Капитал», то, значит, если читаешь эти самые рукописи, Маркс там использовал определение, там писал, а потом он решил его опустить, дескать, ему все ясно, а нам-то не ясно. Он опустил и уже без этого определения использует понятие. Вот они тут в этой книге, мы видим, вот понятие собственности используется, но определения они не дают. Не потому, что они его не знают, потому что они его знают, думают, это вроде как понятно. Но часто бывает одним-то понятно, а другим-то непонятно. Потому что надо разбираться, что это такое. А это же такая вещь сложная. И вот в одном, вот в рукописи у Маркса есть такое определение собственности. Собственность есть отношение к субъекту, к объективным условиям производства, как к своим, или как к своим собственным. В разных местах. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим, или как к своим собственным, говорят. Вот посмотрите, как выглядит это определение по форме. Что по форме оно выглядит так, что человек относится к какой-то вещи. Что собственность – это какое-то отношение субъекта. Субъектом может быть кто? Один человек, группа людей, все общество. Если один человек или группа людей – это частная собственность. Если все общество – это общественная собственность. А теперь можно я у вас, поскольку вы распоряжаетесь своей ручкой, еще раз попрошу. Вот если это отношение ваше, к вещи, просто к вещи, между вами и авторучкой, ну, позовите свою авторучку, чтобы она к вам пришла. Она не идет, и даже вы и звать ее не хотите. То есть она может к вам прийти только общественным путем, потому что она ваша, значит, обществом признана, что она ваша, в том числе мною, как членом общества, тоже признана, и я ее обратно вам с благодарностью возвращаю. А почему с благодарностью? Потому что она ваша. Если она была моя, то что это благодарить-то будет? То есть суть собственности не в, просто во владении, а суть собственности в тех отношениях, которые закрепляют это общественным путем владение. Суть собственности, содержание собственности в тех общественных отношениях, которые закрепляют владение с помощью вот этих вот общественных отношений, то есть общественным путем. И вообще путь-то к собственности идет, конечно, от владения, а потом уже закрепляется. А не так, что вот я зарегистрировал, и тогда это стало мое. Вот. Ну вот для того, чтобы проверить, усвоили ли мы это определение, скажите, пожалуйста, есть ли у вас собственность на собственную голову? Мы должны использовать, правильно? Ну, такой вопрос, я могу такой задать? Вы все, я вам все определение дал. Вы смотрите на определение и решайте. Но моя же голова не отдельно от меня. Вот, голова у вас не отдельно от вас. Значит, поэтому ставить вопрос, почему? Она не просто не отдельно от вас, она ваша природным путем, естественным. А собственность,
Вот эта пресловутая авторучка, которую я все время отнимаю, она естественным путем. Вообще естественным путем она скорее моя. Я профессионал в этой области, так сказать. Я пишу научные труды, а вы только еще начинаете. Я думаю, с этой точки зрения она больше моя. Но ясное дело, что она не ваша естественным путем, не моя естественным путем, что она может быть только ваша, только общественным путем. Смотрите, что такое собственность. Собственность – отношение к тому, что не является естественным путем своим, а воспринимается как свое. Ручка ваша, сумка ваша, тетрадка ваша, значит, платье ваше. Все ваше, но это не вы. Вообще-то это не вы. Все это отделимо. И это очень легко, всякие боры и бандиты быстро доказывают. Было ваше, стало наше. Если их соберется достаточно много. Поэтому вот заблуждаться на эту тему, что это, дескать, просто отношение человека к вещи, и это тоже. Я хочу сказать, что, ну, поскольку мне приходилось преподавать политэкономию довольно долго, и я был на кафедре политэкономии общей, кафедре политэкономии там, естественных факультетов, я хочу вам сказать, что и это, так сказать, вот такое всеобщее заблуждение, что вот собственность – это отношение человека к вещи. Хотя владение – это да. Владение – это, конечно, отношение человека к вещи. Вот возникнуть собственность, может, тогда, когда я в аварию попал, рука отлетела моя, и люди спрашивают, чья рука? Тогда да. И вот на этот же вопрос, вот вы одна из немногих, кто ответил правильно, что это же, она же неотделима. Зачем мне эта категория собственности для головы, если голова и так моя? А вот все остальное и так не ваше. Оно ваше только общественным путем. Только общественным путем. Вот это очень важное понимание собственности. Поэтому, вот, например, думают люди, что такое общественная собственность. Вот если на ней написано, значит, завод находится в общественной собственности. Что это значит? А ничего это не значит. Мало ли что написано. Весь вопрос не в этом, не в том, что написано, а весь вопрос в том, в чьих интересах используется это вот производство. Если на производстве делает то, что нужно обществу, и это выгодно обществу, то это в общественных интересах. Тогда это общественная собственность. А если написано, что общественное, а делает то, что обществу или не нужно, или не в общественных интересах, то это не общественная собственность. Поэтому вот всякого рода иллюзии такие, или противоречия между, так сказать, формой и содержанием. Мало ли что написано. Если я еду на Черной Волге, представьте себе, при социализме, то это два тут возможных варианта. Или я по вашим делам еду, я ваш, так сказать, нанятый вами чиновник, выполняю то, что вам нужно. Вам имеется в виду вы и другие, так сказать, представители там всего народа. Или наоборот, я сел на эту Волгу, сказал водителю, едем на базар покупать, привезли хорошее вино из Грузии. Вот надо купить 10 литров. Ну, и вы знаете, вы ездили. Это я еду в чьих интересах? Своих. Значит, по форме это общественная собственность, потому что это служебный автомобиль. А что значит служебный? Он должен служить кому? Если это служебное общество, то обществу. А если он служебный мой, так мой, какой мой? Это мне дан, чтобы я работал на общество, а я что делал? Я его взял и использую уже не как общественную собственность, а как частную. Вот по этому поводу есть анекдот, вот сейчас современный, то милиционер оформился и 3 месяца не получает зарплату. Его вызывает начальник, говорит, ты чего вообще? Ты чего не получаешь зарплату? Он говорит, так я думал, мне дали пистолет, я должен сам как-то крутиться. А как они крутятся? А он крутится очень просто, участковый. Собирает по 1000 рублей из гастарбайтеров. Со 100 штук человек соберет, сколько получается в месяц? Ну, 1000 рублей, это ведь не так уж и много, правильно? Лучше вы сдадите, чем я вам почкой отобью, правильно? Как вы считаете? Это же, я отставил гуманизм даже. И вот люди, так сказать, руководящие, так сказать, управлениями соответствующим внутренних дел, говорят, мы не можем доверять сейчас этим участковым, потому что вот они ничего не слушают, им ничего не надо. Не надо им никакой нашей зарплаты. Они могут забыть получать зарплату, потому что там зарплата-то меньше, чем он получает таким путем. То есть мы сейчас с вами
Вот, раскопали очень важную такую жилу, которая вам обязательно в жизни понадобится, потому что это, в общем, трудно понимаемое или даже и трудное, или редко излагаемое обстоятельство. Вот. А сам вот этот курс, он у нас как построен? Вот мы идем, это классический текст, а что он обязательно затрагивает какие-то крупные вещи. Если бы это был не классический текст, он бы нам о какой-то пыли рассказывал, которая, в общем-то, кому-то, кто занимается именно пылью, интересно, а так, в общем, ничего не затрагивает. А если это классический текст, а он так, я говорю, у нас курс не так называется, Маркс, Энгельс, немецкое дело, он называется «Анализ классических текстов». То есть мы с таким же вот подходом, с глубоким и с тщательным, должны подходить ко всем текстам, которые представляют собой классику. А классика – это то, что входит в культуру навсегда. Входит в культуру навсегда, и она представляет собой фундамент дальнейшего развития. А не какую-то боковую ветвь, как бы какой-то появился писк, но этот писк, в общем-то, свидетельствует о том, что туда идти не надо. Потому что всегда бывают ходы в ту сторону, которая не заканчивается никаким развитием, а заканчивается пониманием того, что это вот ветвь тупиковая, туда человечество больше не пойдет. Это даже очень крупных вещей является, хотя вот у нас есть и проявление фашизма сейчас в мире. Но то, что это тупиковая ветвь развития даже буржуазного государства и буржуазного общества, это результат Второй мировой войны и результат, соответственно, Нюрнбергского процесса. И некоторые думают, что любой капитализм приводит к фашизму. Я очень многие знаю товарищей из, так сказать, левых, так называемых, или коммунистических там, партий, которые вот так они рассуждают. Если, значит, это капитализм, значит фашизм. Тем более, что при капитализме сейчас у нас империализм, у нас всего-то несколько крупных государств, которые грабят весь мир, а остальные все являются объектами грабежа. И поэтому из того, что меня грабят, никак из этого вырасти фашизм не может. Поэтому это крупная империалистическая страна. Ну и крупная империалистическая страна. Скажите, пожалуйста, вот Соединенные Штаты Америки участвовали в войне против фашизма. Они что, мелкие были, империалистическая страна? Они не были разве метрополией, то есть крупной страной, которая, собственно говоря, ограбляет другие страны. Ограбляет, но они не были фашистской страной. И то же самое относится и к Великобритании. Или, скажем, вот Черчилль, он, конечно, антикоммунист, но он сотрудничал с коммунистическим СССР для разгрома фашизма. Как только эта задача была решена, общая, сразу эти страны разошлись, воцарилась холодная война. Это странно? Это не странно. Странно было, что они дружили. А потому что был такой враг, который является общим врагом демократии, любой. И вот на этой почве только одна там социалистическая демократия, другая буржуазная демократия, но все-таки демократия, то есть не так, что подошли и сразу вас убили. Сначала начинаются разные процедуры. Обсудим, значит, сначала вы задержанный, потом обвиняемый, потом вы подсудимый, потом вы уже осужденный. И то еще осужденный не сразу, первая инстанция принимает, не входит в силу, вторая инстанция. Наконец, уже человек туда, а потом условно-досрочно освобожденный, когда он половину срока отбыл и очень себя хорошо вел. Особенно себя хорошо ведут те люди богатые, которые дают какие-то, покупают вещи для тюрьмы, и тюрьма с удовольствием и руководство пишет, что вот он себя вел очень хорошо, подарил нам телевизор. А чего еще он кому подарил, не пишут. И вы видите, сейчас эти так называемые УДО процветают. Человека на 15 лет, так сказать, за убийство приговорили, а он через 7,5 лет вышел, как огурчик. И потом, может быть, рецидив и так далее. А педофилы, 80% этих самых, которые увлечены в преступлении и посажены за педофильство, 80% повторяют это дело. И никак, значит, все вот вроде бы решает, думаю, вопрос, чтобы к ним это УДО не применять. Ну, есть уже из практики, ясно, чем заниматься, что получается из этого. То есть мы вот такую интересную мысль, так сказать, вот интересную такую категорию обнаружили. Ну и общий у нас такой ход, то есть если мы что-то пишем, мы уже с вами, я это провозглашал, декларировал, что мы ничего с вами не пропускаем, если мы не знаем. А если мы кажется, что знаем, и я, например, это вот вижу, что это не очень точно высказывается,
то я на этом останавливаюсь. Не в том задача, тем более вот этого разбора. Мы ведь как? Значит, этот разбор — помощь кому? Помощь тем, кто занимается. То есть вот вы хотите проверить? Ну вот и некоторые товарищи убоялись уже этой проверки, как я понял. И первый раз, так сказать, были в авангарде, и вот сейчас опять снова. А некоторые товарищи, это же написать надо, принести, а принести это надо, значит, ну как-то так ответственно написать. В общем-то, я так думаю, что все примерно представляют, что я так просто ведь не буду читать, просто раз и все. А, то есть я как бы буду, ну если выражаться, так сказать, несколько... Если выражаться так резко, что я, дескать, придираться буду там к словам. Я, конечно, не придираться буду, но, так сказать, если речь идет об анализе, мы должны добиваться точного употребления понятий. Почему? Потому что мы стремимся к истине. А истина что такое? Это соответствие понятия объекту. Если я взял не то понятие, так значит истины нет. И вот всякого рода разговоры такого, дескать, я понимаю, но вот просто неправильно сказал или сказала. Ну, это значит, что если неправильно сказал, значит, истины нет. Если истины нет, значит, не понимаю. Потому что понять, что означает? Выразить в понятиях. Понять, значит, выразить в понятиях. Если я не выразил в понятиях, вот я вам сегодня, сейчас объяснял, что такое собственность. Если это в понятиях бы не выразил, ну, это непонятно. Потому что не такая простая вещь. Поэтому, возвращаясь к вашему тексту, мы должны какое дело сделать? Владеете вы объектом собственности, а собственность, она у вас просто есть. И не ею, она у вас просто есть. У вас есть собственность, у вас есть на что? Вот на ручку, там, на то, на все, на пятое, на десятое. Так, идем дальше. Так, владеет земельной собственностью, возникшей естественным путем. Ну вот собственность-то естественным путем возникнуть не может. Она начинается с владения, которое возникает более-менее естественным путем, да? Вы пришли, стали возделывать эту землю, посадили там картошку. Это естественный путь. Ну потом приехали, знаете, с бульдозерами, и всю вашу картошку выкинули. У нас есть некоторые дома, возникшие естественным путем, потом приезжают с экскаваторами, даже трехэтажные. И их этим экскаватором или бульдозерами раз — и нету. Последний пример. Я живу в районе Светлановской площади, рядом парк Челюскинцев. Ныне он называется Ланской парк. И вот когда входишь с проспекта Энгельса, слева все время издревле было кафе. Деревянное. Потом кафе, значит, собственники решили убрать и стали строить здание. Строили из очень хорошего кирпича. Очень хорошего. Но строили очень долго. И, наконец, построили. Построили вот вся кирпичная основа и крыша. Все сделано. Ну и поскольку я там более-менее регулярно прохожу и смотрю, я думал, когда же этот долгострой закончится. Там много долгостроек на этой площади. Там есть, например, многоквартирный дом, который много-много миллионов заплачено этими дольщиками, которые, вот они дольщики, они заплатили деньги, каждый заплатил там 2-3 миллиона и так далее. Значит, срок сдачи 2010 год, уже эту доску, где срок сдачи 2010 куда-то ее замотали, закрасили, а потом выкинули, а написали, что вот, пожалуйста, можете покупать квартиры в новом доме, строящемся, скоро закончим. А строят сейчас по чайной ложке там. Кран не двигается, рабочих, ну, если я увижу там за течение месяца одного или двух человек, это хорошо. Тоже этот самый долгострой. Они собственники, но из-за этой вот штуки, из-за того, что теперь считается с момента регистрации собственники, значит, даже если достроят, эти начнут еще их помыкать этими дольщиками, скажут, а вы давайте стеклянным делом оболочку, еще с них деньги выкачивать, потому что фактически господствует над вещью кто? Вот эти строители или строительные фирмы. А те, кто деньги сдали, они вообще никто. Они не господствовали. Были случаи, когда судились люди, говорили, ну хорошо, если это я заплатил, вот эта квартира недостроенная моя, я там приду и положу туда свои вещи. Все равно вы там не строите, у меня будет там склад. И некоторые это судили в этом доме, вот это вот кусок. Ну это, конечно, редкость, и кому это надо вам? Это недостроено, там про мороз, там, ну летом еще, я так понимаю, а так это бетонные стенки, больше ничего. Так вот, я возвращаюсь к этому кафе. И вот
Луз очень хорошего. И хорошо, так сказать, сделано. Потом, буквально на прошлой неделе, я мимо проходил. Нету. Как будто, знаете, исчезло. И это место песочком так засыпано. Все. То есть было фактическое господство над вещью. А пришли другие, которые фактически господствовали над этой вещью. То есть какой-нибудь муниципалитет взял и это, или район выброски, и срыл это все, и сказал, и ничего следов не оставил. Хотя, с точки зрения пользы, ну что-нибудь-то хоть как-нибудь его тогда уж государство бы его национализировало в назидание тем, которые без разрешения делают. А так, пользы никакой нет от этого. Просто уничтожили этот объект, который заведомо построен, замечательно был. Ну, окошки осталось вставить, и двери, и все. Так, поэтому насчет собственности, возникающей естественным путем, я тоже вам это подчеркиваю. Хотя, вот и в рукописи, может быть, это даже такие есть высказывания. Ну, во-первых, это рукопись, и мы, как понять классические произведения? Понять, что они классические, можно только изучая дальнейшие произведения. Из дальнейшего совершенно понятно, что собственность естественным путем, она на естественной базе возникает, но вот без общественных отношений собственности не получается. И объединены какой-либо связью, которая способствует производству. Вот видите, вот вы тут как раз и сказали. Объединены какой-либо связью. Какой связью? Что, веревками, что ли, их объединяют? Не веревками, а какой связью? Общественной. Труд человека обменивается на продукты природы. Таким образом, существует лишь мелкая промышленность. Вот труд человека обменивается на продукты природы. Вот иногда так получается, что вот обменивается, а что, природа прям так и дает человеку, или приходит человек ее забирать? Это вполне обмен или не вполне обмен? Вот говорят так, обмен веществ, между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, говорит, природа, давай свое, говорит человек, и рвет яблоки там, или начинает косить траву, которая естественным путем выросла. Это природа отдала или сам забрал человек? Это интересно, если как мы... Давайте, говорит, будем с вами обменивать. Я у вас сейчас ручку заберу, и это будет у нас с вами обмен. Вот если вы природа, так раз у вас забрал ручку, это обмен веществ. А я вам за это дам. Вот это, там, вот. Ну вот так, то есть говорят, потому что обмен, вот вообще категория обмена, она нужна для того, чтобы знать, что такое товар. И категория обмена тоже, в общем, общественная. Она сначала вот использовалась, или иногда используется в определениях как... В такой форме, когда просто встречное движение каких-нибудь продуктов идет, просто встречное движение. Но вообще говоря, обмен в более развитой форме, это взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Мы с природой договорились. Она молчит, поэтому мы можем считать, что мы с ней договорились. То есть взаимное отчуждение продуктов труда. Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Обмен есть взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. А что значит свободные? Вот если я с вами обменюсь, если я вам дам свою ручку, вы мне свою. Но это свободное. Если вы мне не дадите, то я вас отнимать не буду, потому что это свободное. А я вообще вам не дам свою, пока вы мне не дадите. А вы мне не дадите, если я вам не дам. Поэтому у нас договор предполагает взаимную обусловленную передачу, принадлежащую двум субъектам продуктов. Можно и так записать. Обмен – это взаимное. Обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих двум субъектам продуктов. Неважно, кто субъект – государство, группы людей, отдельные люди и так далее. Субъект – обмен.
взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих двум субъектам продуктов. Так, но из этого не следует, что у вас, из того, что я сказал, что у вас написано неправильно, у вас все правильно написано. Труд человека обменивается на продукты природы, таким путем существует лишь мелкая промышленность. Физическая и умственная деятельность в этом случае не отделены друг от друга. Да, то есть это вот еще нет такого разделения труда между людьми, когда одни занимаются только умственным трудом, а другие только физическим трудом, как вот в современном обществе у нас так получается. Или как при рабовладении уже получилось, правильно? Рабовладельцы занимались физическим трудом? Что-то незаметно, да? А умственным занимались, но не все. Они вообще могли ничем не заниматься. И это привело в том числе к их разложению и к тому, что они легко были побеждены потом варварами. Потому что, ну, если человек не трудится, не работает, никаким трудом не занимается, он не развивается и он разлагается. При рассмотрении орудий производства, созданных цивилизацией, можно увидеть иную картину. Здесь, а что значит созданная цивилизация? Цивилизация – это категория, уже относящаяся к обществу, правильно? То есть мы говорим цивилизация, когда имеем в виду не какую-то девственную природу, а имеем в виду человеческое общество. При рассмотрении орудий производства, созданных цивилизацией, можно увидеть иную картину. Здесь, как собственность, выступает накопленный труд. Как собственность имеется в виду как объект собственности. Вот иногда можно так употреблять, но надо иметь в виду, что здесь это речь идет об объектах собственности. Это моя собственность. Что вы этим говорите? Что вот этот объект, здесь объект моей собственности, а не вашей. Так, здесь как собственность выступает накопленный труд и капитал, посредством которых осуществляется обмен людьми, продуктами между собой. Обмен людьми продуктами, вот тут непонятно. Тут у вас тут, вы тут быстро писали, у вас не продуктами, а продуктами написано. Это я вам поставлю с вашего разрешения. Вот. И обмен людьми, конечно, бывает, если речь идет о рабовладении. Еще. А если речь идет о крепостничестве? Запросто. Я вам своих крепостных. А вы мне своих крепостных. Вы считаете, у меня вот один крепостной, у вас два. На вашем лице, сзади вас. Ну так вот, давайте поменяемся, потому что мой крепостной, видите, он как хорошо вооружен, а те крепостные так просто сидят, ваши. Давайте поменяем, я вам одного своего, а вы мне своих. Можем поменять? Можем. То есть обмен людьми, а можно тут трактовать и так, что обмен людей продуктами своей деятельности. Это людей, тогда не людьми. Но людьми тоже может быть обмен. Так что тут нельзя сказать, что у вас неправильно, то есть нужно вот иметь в виду, что на известном этапе развитие цивилизации, развитие человечества, имеет место и обмен людей. И вообще рабы рассматриваются как говорящие орудия, не более того. Орудиями можно обмениваться, я обмениваюсь. Я вам своего раба, вы мне своего раба. Здесь как собственность выступает так, накопленный труд и капитал, посредством которых осуществляется обмен людьми, продукты между собой. Только с помощью этого обмена люди и оказываются связанными отношениями. Это они когда? Это в начале человеческого общества. Потому что сейчас не только отношения обмена, правильно? Можно, например, сказать, что внутри монополии господствует отношение обмена? Нет. Нет, почему? А потому что внутри монополии, вот я, допустим, крупный монополист, у меня 16 предприятий. Я сказал, что с предприятия А на предприятие Б, вот перевезите вот это. Это обмен. А если навстречу с предприятия А на предприятие Б, вот это перевезите, а вот эти станки вот от Б на А увидите. Это обмен? Нет. Нет, тоже не обмен. Почему? Нет тут этого взаимного отчуждения. Какое отчуждение? Это все мое. Если это все мое, то никакой передачи не получается от одного к другому. Какая это передача? Это просто встречное движение. Поэтому, например, вот если мы возьмем общественную собственность, есть обмен? Если это общественная собственность, там, вот, скажем, в СССР, при социализме, или сейчас там между государственными предприятиями Китайской Народной Республики, что есть там обмен? Нет. Нету?
Это не обмен. Кого же это обмен, когда была общественная собственность и остается общественной собственностью? Берем не, так сказать, общественную собственность, берем капиталистическую собственность, государственную. Пределы государственной собственности от одного предприятия «Газпрома» на другое предприятие «Газпрома» поступило какое-то оборудование, а в обратную сторону поступили, так сказать, какие-то средства производства. Это обмен? Нет. Поэтому вот люди такую вещь, это мы сейчас вступили в такую область, которая совсем не усвоена. Например, считают, что социализм был товарным хозяйством. Причем это считали люди, живущие при социализме, пишущие, их очень много было, и одно время они даже взяли верх. Где-то в районе 1965 года. Потом они проиграли в экономической науке, но их идея, что надо двигаться на рынок, победила таких политически. И политически мы двинулись на рынок, а рынок... А это что такое рынок? Не знаете, что такое рынок? Вот мы сразу обнаруживаем некоторую такую беду. Рассуждают, говорят, обсуждают, высказывают мнение, позиция, цена. Если я не знаю, что такое рынок, может быть, это что-то такое или очень хорошее, или наоборот очень плохое. Или не хорошее, не плохое, а просто надо знать, что это такое. Что значит хорошее или плохое? Атомная бомба, что хорошее? С одной стороны, как средство оборота, вроде хороша. Никто не будет, не торопится нападать на тех, кто имеет ядерное оружие. А с другой стороны, что хорошее, если оно начнет применяться, оно всегда приведет к очень большим жертвам. Правильно? Причем без разбора, потому что если это мощное оружие, оно же не будет различать, там это вот военное, это гражданское. Вот американцы хорошо сделали, что они сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Они сбросили на города. А что, кто в городе тогда погиб? А все, так сказать, кто подпал под это. И младенцы, и там, и женщины, и беременные женщины, и гражданские, так сказать, лица там мужского пола. Что, военные, что ли, только? Тем более, что, а где находились войска основные? А у нас Квантунская армия была у них на территории Китая. А они бросили на города. А кто разгромил Квантунскую армию? А Квантунскую армию разгромила Красная армия, которая переехала постепенно к осени, передислоцировала соответствующие войска на восток, объявила войну Японии, все аккуратно, и после этого расчленила. И очень быстро это миллионную фантунскую армию разбил. И все даже кто-то не празднует, не отмечает, как будто это пустячок. Вот Европа, которая сдалась Гитлеру в течение 2 недель, в том числе Франция, которая нам санкции сейчас дает, они буквально сдались Гитлеру 2 недель. Вот сейчас прошелся, поди, все страны стали фашистскими под пятой немецкого фашизма. Вот они теперь, значит, рассказывают, что мы там не допустим, чтобы Россия... А когда они были под пятой Наполеона, а тоже они, наверное, были там. Мы не допустим, а кто спас их от Наполеона? Ну, Россия пришла туда. И памятник нашему царю стоит в центре Парижа. А там еще в центре Берлина сейчас стоит памятник советскому солдату, который девочку держит на руках. Потому что наши, между прочим, солдаты не убивали гражданских лиц. Ну, кроме как, так сказать... Когда были всякие взрывы, жертвы, конечно, были. Поэтому с нашей стороны погибло 27 миллионов, со стороны Германии 9 миллионов. Почему? А потому что они убивали мирных жителей. Примерно по числу погибших с той и с другой стороны примерно одинаково. А жителей погибло очень много, потому что они просто проводили политику фашистского террора, геноцида. В печах сжигали людей систематически. Так вот, значит, возвращаясь к этому, значит, так что такое рынок? Обмен товар. Если это обмен товаров, это обычно переводит на иностранный русский язык и называют, давайте бартер, я вам ключи, вы мне ручку свою, раз уж я к ней тут прицепился. Это будет что? Обмен. А это будет, тут рынок будет? Нет. Какой же это рынок-то? Нет, уважаемый. Если просто обмен, это не рынок. Не дорос он еще до рынка. Вот чтобы был рынок, надо обменивать товар на деньги. Или деньги на товар. Вот если я достаю кошелек, вот я уже столько был разговор, давайте я вам 100 рублей, вы мне ручку. Вот это уже что?
Это будет с моей стороны что? Купля. А с вашей стороны? Если вы согласитесь, конечно. У нас же свободный обмен. Свободные отношения. Взаимная и взаимообусловленная передача, принадлежащая двум субъектам продуктов. Если вы соглашаетесь, то это будет обмен товара на деньги. А с моей стороны обмен денег на товары. Обмен товара на деньги как называется? Это вы знаете. Подумайте. Обмен товара на деньги как называется? Продажа. А? Продажа. Обмен денег на товары? Покупка. Вот рынок – это сфера купли-продажи. Сфера купли-продажи. Вот и все. И вот если люди, например, объявили, ничтожив сумняшися, то есть не подумав, что мы идем на рынок, это что значит? Производить ничего не будем, будем торговать тем, что остается. А в России много богатств. Поэтому что торгуют, они все не заканчиваются. А все хуже и хуже обстановка. А почему? Ну потому что если вы взяли курс на рынок, то есть вы сделали главным не производство, а что? Обмен. Ну что у нас еще стали? Что, вот ключи, я ключи уже вам продавал, тем более они. Видите, чьи ключи-то не мои. Что, а вы не видели, как государственные объекты продают частникам? Вот тут частник, я раз толкнул эти ключи. Думаю, а что мне ключи? Пропадай моя телега, все четыре колеса. И ключи. Не моя телега, а государственная телега. Приватизация. Я приватизировал. Что значит приватизировал? Белое бьюсь, это мое. Что значит приватизировал? Значит, квартиру строили люди. Значит, один жил в малюсенькой квартирке, другой в 10-комнатной или 13-комнатной квартирке. Государственная, она не принадлежит. То есть сегодня вы живете, а завтра, так сказать, может государство по-другому распорядиться. Это же государственное жилье. Как, например, вот взяли и распорядились, чтобы дворники не имели больше своего служебного жилья. Взяли и продали. А поскольку в каждом доме было жилье служебное, то поэтому в каждом доме утром могли там в 5 часов утра выходить дворники, и тут же сразу они сметали этот снег, который был. Рыхлый. Да, пока он еще не надо никакого труда особенного там. Метлой. И идут люди уже, так сказать, не топчут этот снег. Все. А теперь пока эти какие-то гастарбайтеры откуда-то доберутся, где их там складируют, где они там живут. А все эти, а что с этими квартирами служебными? Как что? Приватизировали и продали. Скажем, продайте, если миллион квартир продайте, и стоимость там квартиры миллион, миллион миллионов сколько будет? Ну, миллион квартир тут не набирается, даже тысячу, если квартиру продать, тысячу квартир продать по миллиону, это миллиард. А уж, конечно, больше тысячи квартир продали служебных, как вы понимаете, гораздо больше. Вот, поэтому, если мы, так сказать, вот так думаем, так сказать, что вот что рынок это само нечто самодавляющее, оно имеет смысл только тогда, когда есть производство. Производство, зависит обмен. После обмена идет потребление. Обмен – необязательное условие. Если, вот, скажем, при общественной собственности производство есть, обмена нет. А зачем обмен? Сразу идет распределение. Какое распределение? При социализме было в России, в СССР. Плановое. Мало ли что плановое, можно и зарезать плановое. Мы, говорит, составили план убить того-то, говорят бандиты. И вот они строго поэтому. Сейчас вот выясняют, по какому плану убили Немцова. Поэтому план нельзя переоценивать. Просто планы бывают созидательные, а планы бывают разрушительные или злодейские планы. Я строю злодейские планы. И что тут хорошего-то? То есть не в этом дело. Не в этом дело. А в чем дело? А дело в том, что если мы берем распределение, то, так сказать, берется принцип распределения. Принцип какой? Какой главный был принцип распределения при социализме? Скажите, пожалуйста. В СССР. Какой был главный принцип? Ну, я могу спросить в России. Мы же, так сказать, вот СССР, это та страна, правоприемником которой является нынешняя Россия. Это везде записано. В том числе во всех международных договорах. Поэтому она и держатель того же самого ядерного оружия. Так?
Поэтому вот соотечественники, например, это все живущие, бывшие страны, люди, живущие в странах СНГ, которые родились в этих странах или их дети. Это все наши соотечественники, потому что Россия – правопреемник СССР. И соотечественники имеют некоторые преимущественные права, в том числе и при поступлении в наши вузы. Они не приравнены к остальным гражданам других государств. Так какой принцип был? То есть как бы мы должны это знать. Какой же был принцип распределения? Это я вот вас, как бы, вы же из России, а Россия пропаганда СССР. Если бы я там с голландцем бы с этим, так сказать, приставал, сказать, ну что вы пристаете, так сказать, нам-то какое дело, у нас никогда не было никакого социализма, о чем как-то мы знаем. Ну а тут, поскольку вы культуролог, так сказать, там все это наше историческое развитие, оно же как бы в культуре, оно засыпает. Там вся борьба, которая была, там политические моменты, правильно? Остается, так сказать, культурный слой, в том числе и исторический культурный слой. Какой был принцип этого, должны знать? Может, он был плохой? Ну, должна знать, если он был плохой. Если хороший, тоже надо знать. Если он никакой, ни плохой, ни хороший, тоже нужно знать. Потому что есть как нейтральные элементы, везде есть. Так вот, как показывают исследования современные, ну, было, во-первых, два принципа распределения. Причем сначала надо было распределить для общих нужд, выделить то, что на обновление средств производства всех идет, то есть накопление. Это из каких нужд? Общества. Оно остается в общественной собственности. Это распределение? Распределение. Значит, берем часть богатства созданного и отправляем на обновление средств производства. Сейчас вот мы, наоборот, наблюдаем, что не только на обновление нет ничего, или на накопление нет, но же на амортизацию нет. А что такое амортизация? Аморт – это смерть, не умирание. Чтобы не умер завод, что нужно делать? Ну, нужно, если он старый станок, то надо привезти новый и поставить. И причем есть определенная норма амортизации. Норма означает, вот скажем, ну, если люди разговаривают или болтают о научно-техническом прогрессе, а не дай бог о научно-технической революции. Но они понимают, что какая научно-техническая революция, если у вас старье. Стоит старый парк, все ржавое, все ломается, ломается, уродует людей, потому что в чем особенность средства производства? Что он ломается не тогда, когда стоит, а тогда, когда работает. А когда работает, рядом стоит человек, рабочий. И он убивает этого рабочего или уродует его. И у нас этих убийств и уродств десятки тысяч. А почему? Ну потому что вовремя надо заменить его, не ждать, когда он разорвется. Или от него выскочит какая-нибудь деталь и пронзит человека, заменить его вовремя. Как вы думаете, какой должен быть срок замены оборудования сейчас средств производства? Ну сколько лет, в каком кажется, все время сказать. А то говорят, умные машины, там, умные то, умные все. А умные руководители должны думать, наверное, о том, через сколько лет надо заменить? 10. Ну вот там, вот это тоже не просто с потолка берется. А надо смотреть, какой цикл обновления поколений техники. Вот вы слышали, есть там истребители, там сейчас делается истребитель 5-го поколения. 5-го. Это значит, чем? Он не просто там что-то в нем изменили, а он еще, так сказать, на порядок лучше, потому что в нем принципиально новые есть решения, там, которые делают его невидимым, или резко увеличивают скорость, или точность, или маневренность и так далее. Пак-фактор. Так называемые. То есть делятся на поколение. Так вы как бы ставить-то будете, если это старье снимете и новое старье поставите. Или то, что снимает. Вот, например, что произошло с газом? Горьковский автомобильный завод, который производил машину «Волга». Остановили производство «Волги», купили самый плохой автомобиль, который есть. Оборудование для самого плохого автомобиля, для «Крайслер». Купили оборудование для этого Крайслера, дескать, мы будем выпускать «Волгу Сайбер», корову на колесах. Привезли это оборудование, а оно приспособлено, значит, американцы его просто выбросили, а он, значит, подобрали. Дерипаска подобрал, крупный организатор производства. То он там, значит, разрушит что-нибудь, что потом Путину приходится приезжать, чтобы не развалилось производство в городе, и чтобы народ там не бунтовал, то, значит, он вот... Закрыл производство этих «Волг», которые все, так сказать, покупали, они пользовались спросом. И надо было, конечно, совершенствовать, но «Волги»-то заниматься, а не просто одно и то же продавать. Надо же думать.
Как менять? Нет. Значит, наши народные умельцы нашли, как приспособить. Они были для одной частоты оборудования, а у нас другая частота электрическая. Ну, сделали они оборудование, которое приспособили, поставили, повыпускали. Это, все это из иностранных деталей. Если не привезут оттуда, из Америки, бампер не выкатывает, автомобиль, так сказать, не выходит из ворота. Значит, надо все возить оттуда. Потом начали стимулировать производство этой самой «Волги Сайбер». И правительство России 50 тысяч дает, и правительство Новгорода, Нижнего, и утилизация еще 50 тысяч. Итого 150 тысяч как бы дают дополнительно, а все равно особенно не покупают. Ну, спрос был. Говорят, давайте это разберем, вторую, третью смену сделаем. Нет, не будем. А почему? А потому что как, сколько работать, это не наше предприятие, а что? На нашей земле. Американское. Ну, раз оно американское, то, соответственно, и... А и руководил этой всей операцией американский, в России не американский, не знаю, какой национальный менеджер, иностранный, Бо Инге. Вот он добил эту, газ добил, и теперь он руководит ВАЗом. Результат последует. ВАЗ уже тоже теперь уже не российский. Он является франко-японской компанией. Рено Ниссан. Рено французская, Ниссан японская. Вот, говорит, наши отечественные, какие они отечественные. Уж не говоря о том, что вообще это «Лада» – это продукция, так сказать, итальянские машины, которые у нас были тут заведены в большом количестве, эти коробочки. Так теперь оно еще и франко, и итальянское. Короче говоря, обновление требуется в соответствии с циклом обновления техники. Вот амортизация, значит, надо. Нужно не больше 10 лет. А, например, вычислительная техника, что же вы 10 лет будете ее держать-то, так сказать, там такое обновление идет, 2-3 года. А у нас? Ну, у нас столько откладывают на амортизацию некоторые, что это 100 лет цикл будет, 100. И, соответственно, предприятия умирают. Это я уже не говорю о накоплении. Так вот, надо на амортизацию, так сказать, выделить там из этих средств. Хотя на амортизацию оно как бы входит в издержки, по автоматам должно идти. Но у нас эти издержки переводят в прибыль, а прибыль отправляют за границу. Сейчас. То есть надо в общественные фонды. Медицина из общественных фондов при СССР была. Ну, кто-то вас спрашивали, вам нужна операция. А раз нужна операция, вы найдете 200 тысяч? Ну, не найдете, жаль, что мы вас больше не увидим. Вот и все. Как сейчас? Или есть у вас друзья, родственники, может, у вас есть что-нибудь продать, идите, продавайте. Может, у них есть что-нибудь продать. Нет у вас чего продать? Ну, приятно было с вами это повидаться последний раз. Так или не так получается? То есть раньше, если у вас насморк при социализме, идите и купите себе от насморка, и ничего, пришли сюда, к врачу. А если у вас операция на 200 тысяч рублей, никто вас не будет спрашивать никаких денег, вас делают операцию, еще скажут, вы как, почему так поздно пришли? Как вы относитесь к своему здоровью? Что, вы не понимаете, что это общее наше достояние? А вы вот не следите. Отсюда диспансеризация, постоянный контроль и так далее. Мать вот мою гоняли все время, чтобы она проверялась там, сказать, не будет ли каких-нибудь там новообразований там, на коже. Попробуйте, она попробует не прийти. Сразу на работу будут позвонят, сказать, а у вас там не приходит, то-то-то-то. А сейчас, да, ну и не приходите. Ну, какое дело, вот беда, вы нашли какой. Образование. Образование. Это же что такое образование? Это значит, надо содержать штат преподавателей. Это надо. Алло. Алло, у меня лекция сейчас. Позвоните. А, это доставка? Во сколько вы придете? Где вы будете? Да, Менделеевская 5. Наберите меня, я тогда сделаю перерыв и заберу у вас. Ага. Да, я знаю, да, там должна быть одна коробочка. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, да. Грустно, не на мозг присылается.
А у меня сейчас такая нагрузка, что у меня нет, чтобы я 4 часа был дома во время их работы, поэтому на работу приеду. Так, сборник прислали, опубликованный. Так вот, что значит образование? Ну, вы видите, что это здание, сооружение, это значит мебель, это электричество, это обслуживающий персонал. Здесь вы сюда приходите, видите, уборщица, кто им платит? Платит же тут? Сейчас государство платит. У нас сейчас государственное здесь. Но это и тогда было государство. Только сейчас государственная собственность – это собственность класса капиталистов. Речь идет о социалистическом – это собственность общественная. Медицина, образование, еще что? Жилье. Как жилье распределялось? По труду или по потребности? Вот если у меня семья 2 человека, а у вас семья 12 человек, кто получит больше? Или нас будут спрашивать, сколько у кого денег? Никто никого не спрашивает. Если у вас 12 человек, вам по норме. Если норма там 5, вы получите 60 метров. А если... А я получу 10 метров. Потом, скажем, считалось, что вот люди там, ученые, имеют право на дополнительную жилплощадь. Право. Но не обязаны государству давать. То есть, если вот у меня больше на 10 метров, и я преподаватель вуза, профессор, то меня не выгонят и не будут меня за нее лишние деньги брать за эту самую площадь. Но если у меня нет, то ну, ждите, когда вам будут давать, учтут при распределении этой площади. А сейчас? Идите, берите ипотеку, квартиру по цене. Одна квартира по цене 3. То есть, вот один наш товарищ, Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, посчитал, какую долю в расходах семьи занимают те блага, которые раньше распределялись по потребности. То есть у кого больше потребности, то больше дают. Кто хочет учиться, учись. Не хочет учиться, не учись. Вот видно, вот там некоторые у нас тут ходят, то не ходят. Я тут не очень понимаю. Значит, потребности, видимо, нет. Нет потребности. Какую долю? 56%. Вот те, что раньше были бесплатно, ну, это нетрудно понять, потому что, скажем, жилье такую там сумму составляет, что там и больше могло быть. Ну, где-то 56%. А, соответственно, по труду, то есть чем больше вы работаете, тем больше получаете. Ну, так что было, что вот вы больше работаете меня, и вам за это мне один зуб вырос, вам 2. Почему? А потому что вы вот больше работаете. Так, что ли? Ну, это глупость. То есть... Лечили того. Лечили того, кто заболел, а не того, кто больше работал. И это совершенно не принцип распределения по труду. Более того, скажем, низкие цены на там, картофель 10 копеек за килограмм, там, капуста 5 копеек осенью. Кто-то спрашивал, какая цена. Это вообще можно было заготовить столько, сколько надо. Люди фактически приобретали по потребности, хотя платили деньги. То есть форма распределения по труду. Но вы поезжайте на Запад и посмотрите, как там у них, значит, у них эти раковины, они затыкают пробкой. И там они, значит, и моются, и посуду моют во всей этой воде. Но у нас, я не знаю, даже если будут требовать деньги, и люди бедные, все равно так вот не будут затыкать. Чего у нас? У нас там Байкал, у нас вот Ладожское озеро, у нас Нева, у нас Волга. То есть что мы будем тут, значит, затыкать? Хотя уже вот я недавно слышал по радио, вот как там так здорово, они там затыкают. По потребности пользуются горячей водой? По потребности или по труду? Ну, конечно, по потребности. Хотя, конечно, платили за горячую воду. Конечно, платили. Но, то есть, надо понимать, что даже и форма такая, форма распределения по труду, с виду, она тоже была в значительной мере. Ну, конечно, если это касалось там мебели, там книг. Нет, конечно, это не по потребности было, это по труду. Ну, если у вас деньги есть, покупайте. Денег нет, не покупайте. Скажем, вот говорят, вот, было свободно, там красный и черный икра. Я вот, скажем, был в семье, у меня мать была учительница, потом она была инспектором первого отдела Балтийского морского пароходства. А отец был рабочий в литейном цеху на судомехе, это сейчас Адмиралтейское объединение, или часть Адмиралтейского объединения. Ну вот, я всегда видел, как продавалась красная икра и как продавалась черная икра, но... Ни наша семья ни разу никогда не покупала, не купила ни красный, ни черный, никогда. А почему? Да потому что у нас была
сказать, одна комната в квартире. И я слышал все разговоры родителей о том, что у них такой долг, такой долг. Когда у человека долг, будет он покупать красную икру? Если у вас не будет. Поэтому мы вообще не должны там идеализировать то время. Но принцип был вот такой. Это по труду уже. Красную икру по труду. И черную. Если кто-то вот трудился на шахте, там, имел какой-то особый зарплату очень большую, он, значит, мог купить что-то и другое. Ну и так далее. Так что не царил там не обмен, а распределение. А распределение тоже в двух принципах. И, конечно, главным, основным принципом распределения в первой уже фазе коммунизма, или сказать, при коммунизме в первой фазе, является распределение по потребности. Так. Хорошо. Ну, возвращаемся к вашему произведению. Видите, я отношусь к вашему произведению, Екатерина, точно так же, как к произведению Маркса и Энгельса. Я также внимательно изучаю. Вот, и так, поэтому, и оно нам, поскольку оно у вас, такое, судя по тому, что я изучил уже хорошее, в том смысле, что вы взяли серьезные проблемы, не как вот там, не выхватили какую-нибудь там мелкую вещь, то оно позволяет тоже вот вопросы серьезные обсуждать. Так, при рассмотрении орудий производства, созданных цивилизацией, можно увидеть иную картину. Здесь как собственность выступает накопленный труд и капитал, посредством которых осуществляется обмен людьми. Обмен не людьми, а обмен людей продуктами, да? Хотя тоже не получается. Я бы вообще здесь... Да можно и людьми, запятая продуктами. Между ними только с помощью этого обмена люди и оказываются связанными отношениями. Правильно? Это что говорит? Что такие отношения... были вот первичные отношения обмена. Это соответствует данным современной науки? Нет. Почему? Потому что вот то произведение, которое я вам рекомендовал, Энгельс «Происхождение семьи и частной собственности государства», которое опирается на произведение Моргана «Древнее общество». Вот Морган, так сказать, изучил это древнее общество и обнаружил, что древнее общество было общинным. А вовсе ни с обмена все начиналось, а с общины. И сейчас мы уже знаем, что вот при общинном, первобытно общинном коммунизме человечество прожило 90 тысяч лет. А меньшую часть времени при частной собственности, и то, так сказать, эта частная собственность привела к тому, что вот в ряде стран после революции образовалась уже снова общественная собственность, но не та первобытная, а та, которая опирается на завоевания, достигнутые в лоне частнособственнических формаций. Каких? Рабовладение, феодализм и капитализм. Можно считать, что деление на формации это пятичленное, первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, затем феодализм и капитализм и коммунизм. А можно считать так, первобытный коммунизм, потом три формации это отрицание этого коммунизма, а потом отрицание и возвращение к коммунизму, но как к такому коммунизму, который навсегда, в том смысле, что частная собственность как бы все время возникает, или попытки, и она все время отрицается. Поэтому такая есть формулировка «коммунизм есть уничтожение частной собственности» у Маркса и Энгельса. Ее некоторые понимают так, что это бери какой-нибудь кувалду и громил. Но если люди понимают собственность как какой-то предмет, правильно? Если собственность понимать как отношение, все время возникают попытки, скажем, если правильно понимать, что происходило при социализме в СССР и что было недоступно пониманию очень многих, может быть и большинства, это постоянное отрицание общественной собственности. Постоянное. Привезли, утащили с работы молоток. Это что? Это отрицание общественности. На работе делаю то, что мне нужно на участке. Это что? Это тоже отрицание общественной собственности. Так в чем состоит должен коммунизм? Не в том, что не может быть отрицание общественной собственности, а в том, чтобы отрицать вот это отрицание. И вот через это постоянное отрицание появляется прочный коммунизм. Не тот первый, который разлагается на рабовладение, потом на какие-то другие формы частной собственности,
а такой коммунизм, который сохраняет себя через отрицание своего отрицания. Поэтому это может быть выражено очень простой формулой. Коммунизм есть уничтожение частной собственности. И смысл ее в том, что коммунизм – это постоянное движение, это постоянная борьба, а не так, как люди берут у Маркса, там где-то они выхватили, что польются полным потоком богатства. Это Хрущев любил цитировать. Ну, польются. Что значит польются они? Во-первых, их надо эти богатства создавать. Это же общественные богатства. Сами они не польются. И нефть сама не льется, и молоко само не льется. Так? А что будут такие трубы при коммунизме, что значит открываешь эти трубы, оттуда льются богатства, и остается только рот подставлять, и как корову, к автопоилке подходить. Это, к сожалению, это картина из некоторого нашего прошлого, в том числе при социализме. То есть при социализме были отрицания коммунизма? Конечно, были. Да сам социализм это так и определяется, что это какой коммунизм? Неразвитый, незрелый, не свободный еще, не вполне свободный от следов или традиций капитализма. А можно так сказать, социализм и коммунизм? Екатерина, можно так сказать? Нет. А? Нет, вот. Голова. Нельзя так сказать. Почему? Точно так же, как нельзя сказать яблоки и фрукты. А что, яблоки не фрукты? Можно сказать социализм и полный коммунизм. Потому что это не полный коммунизм, социализм. То есть это не два способа производства, не две формации, а просто они развиты. И можно сказать так, студенты и люди. Дескать, вы, раз вы молодые люди, то вы вообще не люди. Так что ли? Ну, молодой человек – это человек или рыба, или кошка, или лягушка. Но это примерно так же, вот когда говорят, что социализм и коммунизм. Что такое социализм? Нет такого общего социализма, такой формации нет. Есть коммунизм, и есть тот коммунизм, который вышел и не освободился от следов выхождения из капитализма. А есть коммунизм, который уже освободился, на собственной основе развивался, и он не из капитализма вышел. Это тот же коммунизм, который постепенно освобождается от того, что связано еще с капитализмом. Вот он освободился. Это полный коммунизм. Или зрелый, или высшая фаза. Иногда говорят, это социализм – это фаза, первая фаза коммунизма, а вот коммунизм – вторая фаза. Но это неправильно. Это не фаза. Фаза – это не строй. Ни социализм, ни фаза. Ни коммунизм, ни фаза. А коммунизм проходит две стадии или две фазы. Коммунизм в первой фазе, не фаза, а коммунизм в первой фазе – это социализм. То есть неразвитый, неспелый коммунизм, незрелый. А коммунизм во второй фазе, или на второй стадии, или во второй фазе, или на второй стадии – это полный коммунизм. Вот и все. И по этому поводу царит невообразимая путаница. Даже эти люди, вот скажем, если кто-то вознамерился стать антикоммунистом. Ну, если ты антикоммунист, ну как я могу быть антиграмотным, если я не знаю, что это такое? Поэтому вы, кстати, заметили, наверное, такое явление, что у нас пропал антикоммунизм. А почему? Он тоже коммунист, коммунизма стало мало. А антикоммунизм не может, он ничего созидательного в себе не содержит. Вот если вы коммунист, я антикоммунист, а вы взяли и вышли. А что я буду теперь делать? Я хотел вас ругать, а как могу вас ругать, вас тут нет. А никого больше это не интересует. То есть нет чего-то созидательного в этом. Так что вот распределение, конечно, вот такое получается. То есть обмен не является единственным отношением. А какое отношение было, когда рабы работают под руководством управляющего? Ну, как вы думаете, сами рабовладельцы этих самых рабов организовывали? Или назначали кого-нибудь из рабов? Назначали кого-нибудь из рабов. Вот вы будете тут, мы с вами. Вот. А вот эти вот люди, мы с вами тут близкие, можно сказать, вот рядом сидим. Они далеко, вот вы им скажете, чего делать, и пусть работают. Кто не будет работать, будем бить плечами. А кто вообще будет еще на вас нападать, мы его заколем. Потому что рабовладелец мог убить своего раба? Мог. И это не запрещено. Так что все с вашими правами, все хорошо. Вот идите распоряжайтесь. Только скажите, кого к вечеру заколоть. Ну, мы их, может быть, сначала выпустим
на бои гладиаторов, чтобы зря-то не пропадало это мероприятие. Ну и там мы уже когда они... Ну если он выиграет, конечно, может мы его не закончим. Но если не выиграет, то мы делаем так и все. Так? Какие отношения были, когда вот вы руководили этими рабами? Это отношения обмена, когда они работают, а вы руководите? А какие это отношения? Вот вопрос. Это, вот это опять мы попали в область, малоизученную, малоисследованную. То есть люди вот разговаривают, они даже не представляют, что они очень узок такой культурный мир, потому что они кроме отношений обмена ничего не знают. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. А из этого отношения обмена ничего не вырастет серьезного сейчас. Какие же отношения-то, когда вы все работают, а вы руководите, это какое отношение? Хорошо, в филармонии были? Дирижера видели? Музыкантов видели? Дирижер тоже музыкант, между прочим. Ну какие отношения между дирижером и между музыкантами отношения есть? Ну они же вместе играют. Ну это большой симфонический оркестр. Если, значит, каждый будет играть свое, то что будет? Как же называется это вот? Как бы это назвали вот это вот? Когда они совместно, это труд? Они трудятся, да? Ну не хотите музыкантов взять, ну вот строительство дома. Строительство стадиона, вот стадион новый вместо Кировского строят. Ну это же надо труд распределить и что делать? Организовать. Как называются эти отношения? Получается, что, ну хорошо, вот Исаакиевский собор строили, что обменивались, что ли? Один колонну, другой ее ставит. Что обменивать-то? Ну когда ставили? Было там отношение обмена, когда строили Исаакиевский собор? Как вы себе предполагаете? Кто с кем обменивался? Во-первых, строило государство, правильно? Во-вторых, что значит государство? Что, само государство строило или строили крестьяне? Крестьяне. Ну, кто-то, ну, крестьяне надо было же организовать. А как вот эти, ну, крестьяне же совместный труд осуществляли. Как этот совместный труд называется? Как это отношение совместного труда? Вот если мы с вами, нам придется строить избу всем вместе, вы будете у нас руководителем, архитектором будет эта изба. Как будет наш труд называться? Совместный же будет труд. Не каждый себе будет шалаш строить, а мы такую избу построим, в которой занятия будем проводить. На случай, если приватизируют это здание, а мы там будем все равно изучать. Ну как это называется? Сказать? Скажу. Обязан выдать. Это называется кооперация. А что такое кооперация? Это иностранное русское слово. Почему иностранное? Иностранное по происхождению. Операция, вы знаете, это действие. А ко, что означает? Совместное. Это ко, это со. Совместное действие. Вот это совместное действие, другими словами, это кооперация. И отношения – это кооперация. Поэтому это кооперативные отношения. Отношения кооперации. Пирамиды тоже строили кооперацию? Ну а как вы думаете? А что, обменивали? Конечно, кооперация. Тогда была кооперация. То есть это очень древние. Ну а кооперация – это когда совместно рыли яму, чтобы туда свалился мамонт. И чтобы он оттуда не мог выбраться, чтобы можно было его убить, потом пожарить и съесть. Это было какое дело? Кооперация или обмен? Кооперация. То есть кооперация – более древние отношения, чем обмен. Какой обмен? Вот ходили мужики на работу, собирали орехи, там ловили мелких зверей, притаскивали в общину, а женщины распределяли в матриархат. Первобытно общинным коммунизме. Собственность была общая, общественная. Все распределялось, чтобы все были накормлены. В каком смысле накормлены? Не обязательно досыта, но всем досталось. А не так, чтобы одни поели, а другие, значит, умерли с голоду. Такого не было. Это сейчас, вот если бомжи умрут, ну умрут и умрут. Нам-то какое дело вроде как? Или государство какое дело? Это бомжи. Их просто не считают за людей и все. На всякий случай, чтобы они даже естественные надобности не могли справлять, им, значит, сделали платный туалет. Лучше бы позаботились о городе, даже о себе. Итак, кооперация. Даю определение. Операция, кооперация. Но я не свое даю определение, я у Маркса вычитал. И я бы не вычитал это у Маркса, вычитал у кого-нибудь другого, если кто-нибудь другой дал. То есть вот как мы должны относиться к этим произведениям классическим? Классические произведения – это те, которые что-то дают.
такое, на что можно опираться. Если другой что-нибудь дал, ну хорошо, дал что-нибудь. Дюринг. Был бы Дюринга, я бы исправил. Но Дюринг этого не дал, он все путал там. Он не мог даже дать нормального определения, такое, которое можно взять и пользоваться. А Маркс дал. Для того, чтобы дать определение, вы, наверное, уже заметили. Тут надо потрудиться, потому что определение должно быть точным, ясным, кратким. И им можно пользоваться во всех случаях и на всю жизнь. А не так, что я вот сегодня взял, а завтра у меня другое определение. Нет, определение это не из таких вещей, это драгоценность. Кооперация – это такая форма труда, пишет Маркс. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц работают в одном или связанных между собой процессах производства. Может быть, мы делаем так, у нас приближается время перерыва, но поскольку мне нужно будет прийти, пойти получать груз, давайте мы будем, посмотрите, до звонка. До звонка, который мне сделают, то что где-то время, в этом районе где-то должны мне позвонить, и тогда мы делаем перерыв на 15 минут. И я пойду это все получу, отнесу на кафедру, а потом мы продолжим. Так, такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Вот она, планомерность здесь. Но планомерность не вообще, а планомерно работа организована. Работа, не убийство, не злодейство планомерное. А здесь прямо эта планомерность связывается с работой. Если вы возьмете планомерность, вырвете ее из контекста, то она самоценностью не обладает. Это наоборот, даже люди, которые судят этих злодеев, они доказывают умысел. Вы случайно стукнули меня по голове молотком или с умыслом? Нет, я думала, я просто я вижу что-то круглое, я стукну по нему, может зазвенит. Это называется по неосторожности. По неосторожности дают меньше, а вот если с умыслом, то это больше. Взял человек и выбросил утюг в окно, дурачок. А там коляска стояла, а в ней ребенок был, попал в ребенка и убил. Ну, это считается убийство по неосторожности. Он же не специально, он не шел мимо и взял и убил ребенка. Тут бы его... Ну, у нас такого нету, чтобы расстреливали за убийство сейчас. Поскольку, дескать, ну, какой... Все равно тот уже убит ребенок, а этот, вот мы гуманисты. Давайте его, эту убийцу... Мы к нему проявим гуманность и его сохраним. И мы все сохраняем этих убийц, сохраняем, они знают, что вот вы выйдете, а вас убьют. И точно знаете, что а государство того, кто вас убил, сохранит. И пусть ваши родители его кормят пожизненно. Это кому наказание? И знает, что он живет, что у вашего сына нет или дочери нет, а он живет. Они в интернет выходят там на прогулку каждый день. Вы каждый день ходите на прогулку? Нет. А если бы вы были в СИЗО, в тюрьме, в колонии, там обязательно на прогулку. И библиотека там есть. Так, понятно, что такое кооперация. Это древнейшее отношение, и оно разрастается. Потому что при феодализме, если на барщине вы работаете, там какие отношения? Ну там тоже управляющие, и там кооперация, совместный труд. И Маркс писал про совместный труд всякий, непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Вот это уже определение управления. Управление – это непременный момент кооперации. Не бывает, если полномерное, как же без управления? Это уже плановое управление. То есть управление – это момент кооперации. Еще раз, это определение управления.
Вот то, которого тоже люди не знают. Можно дать элементарное управление. Управление есть объект, есть субъект. И вот если субъект подчиняет движение объекта целям этого субъекта, это называется управлением. Это правильно будет определение, но оно только бессодержательное. А деятельность по подчинению объекта целям субъекта – это управление. И это правильно. Можно так определять управление. Так велосипедом управляют, мотоциклом, автомобилем. Но если речь идет об управлении в производстве, об управлении в обществе или об управлении людьми, кстати, а как называется управление людьми? Можете сказать? Ну вот это говорит еще о таком несвободном владении. Управление людьми – это руководство. Вот если я бревнами управляю, это управление. А если я людьми, так это уже руководство. Правильно? Ну ничего такого нового тут не появляется. Просто это другой объект управления. Управление людьми. Значит, что по этому поводу говорится? Значит, всякий непосредственно у Маркса общественный или совместный труд нуждается в управлении. То есть толпой вы ничего не построите. Толпа – это неуправляемое, хаотичное образование. Всякий непосредственно общественный или совместный труд нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ или согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом, которая обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот это управление. И вот вы сейчас обладатель такого определения управления, которое можете проверить. Почти никто не знает. Это делается так. Подходишь, слушай, не, напомни мне, что-то я забыл. Как? Это управление-то что? А управление говорит, ты. То есть вот такое появляется явление, поскольку мы тут вот подходимся к этому как культурологи. Ну, культурные люди должны знать, о чем они говорят. Ну, если не культурные, ну ладно, черт с ними. Мы же не, они же не объявляют себя культурными, а тут вот как бы вы идете, у вас тут надпись «культуролог». Я культуру знаю. Я спрашиваю, ах, вы культуру знаете? Культура. Значит, вы знаете, что такое управление. Я говорю, я не знаю, что такое. Ну, какой же вы культуролог тогда? То есть, потом, это же не такие вот понятия, которые являются редко употребительными. Скажем, вот расскажите мне, что такое бозон Хиггса. Я же вас не спрашиваю. Правильно? Вы фермионы знаете, что такое? Тоже не знаете? Ну, да ладно, нет. Ну, это же, а это речь-то идет о том, что мы тысячу раз употребляем там управление, кооперация и так далее. Кооперативы. Ну, что такое кооперация? Это вот предмет, который опирается на понимание таких отношений. И дальше. А при капитализме есть кооперация? Да сплошь и рядом. На каждом фабрике, на каждой... Начинается вообще развитие капитализма с мануфактуры. Мануфактура отличается от простой кооперации тем, что там систематически разделен труд и планомерно уже идет развитие производства. Капиталист управляет сам или нанимает управленцев, менеджеров. А потом крупная фабрика. Там есть управление? Есть. Плановые? Плановые. Что есть хоть одна фабрика не плановая? Да нету такого. Наконец, монополия. Неужели, если у меня монополия, и я обладатель там 16 или 17 миллиардов долларов, имея в виду не то, что это сумма денег просто, а это активы мои, то есть активы, то есть то, что в действии находится, так если я не буду ими управлять, они все во-первых пропадут. Ну, потому что или все заводы могут разрушиться, там, корабли затонуть, нефть может там, хоть там, если добываете нефть, там, значит, вода будет в скважинах, если вы не будете должным содержать, если вы не будете охранять это, то разграбят и так далее. Значит, я должен это все организовать, и поэтому, кого бы он ни был там, олигарх, вы можете его ругать сколько угодно, что он эксплуататор и так далее, но он может сохранить свой капитал, только занимаясь непосредственно или посредственно управлением, то есть
занимаясь кооперацией. А если эта кооперация дойдет до масштабов всего общества, вот Ленин пишет в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. То есть социализм – это не что-то выскакивающее там, в результате революции, там, в политических действий. Это понятно, что это так просто не произойдет, этот скачок. Но этот скачок готовится где? Кто его готовит? Капиталисты его и готовят. Ну, они укрупняют же производство все время. Посмотрите эти вот сети, например. Это разве раньше эти магазины, там приказчики были, мелкие магазинчики. Огромная, так сказать, мощная сеть, которая планомерно завозит товар, распределяет, устанавливает единый порядок. И поэтому она, конечно, прогрессивна. Как вы будете с ними соревноваться? Вот будете соревноваться, поделаете ларек и будете там хранить яблоки с осени. Они привезут груши сейчас из Аргентины, потому что там они с южного полушария привезли, там только что они созрели. И вот черенки будут продавать. А вы с этими своими яблоками, которые с пятнами будете стоять рядом, кто выиграет? Ну что тут даже спрашивать? Поэтому вот мы такой более глубокий взор должны у себя делать. Не в том, что мы там вот эти плохие, вот эти хорошие, это не та оценка. Вот прогресс. Прогресс состоит в укрупнении производства, в развитии кооперации, в развитии полномерности. Где этот рынок? Где вы видите? Это какой рынок? Все заказывается. Государственные заказы. Корея Южная сделала 6 пятилетних планов. 6 пятилетних планов. Это не социалистические планы. Ничего там социалистического нету. Но они обеспечили себе выход на определенный уровень технического прогресса. Теперь нам, чтобы, так сказать, в условиях санкций существовать, надо обращаться к тому, кто вот этот уровень имеет. Значит, мы свое станкостроение угробили, можно сказать, потому что у нас осталось мало-мало станкостроительных предприятий. А зачем мы купим? То есть это означает, что и голову мы свою, так сказать, уничтожаем, потому что о чем мне там думать? А мы купим нам, или купим тех людей, которые за меня будут думать. Сегодня за меня они думают, завтра меня выгонят, потому что зачем мне такие люди, которые не думать не умеют. И мы покупаем вот санки сейчас, в Белоруссии маленькие, по сравнению с Россией, раз, в Китае два, и на Тайване три. Вот оттуда мы теперь снабжаемся сейчас станками. Вот там мы покупаем. А то у нас был Ивановский завод обрабатывающих центров, и он на мировом уровне делал станки с числовым программным управлением. А вот здесь на набережной Свердловской был завод имени Свердлова, потом завод Свердлов, который станки на экспорт тоже производил. Где этот завод? Идите гуляйте, там нету станка, нету никакого завода. Закончилось это все. Вот. Так что этот процесс, объективный процесс развития кооперации, он все шире, шире, шире. И это не дело отдельных, или, так сказать, не по умыслу, и не по замыслу отдельных капиталистов. Это просто объективный процесс, он идет. А если мы не знаем, что такое кооперация, вообще-то не видим ничего. И рассуждают люди. Вот обычный обыватель рассуждает, рынок, рынок, рынок. Но он все время, на базаре. Это базарный разговор. Человек не знает глубин производства общественного, из которых, так сказать, все остальное уже вырастает. В том числе и рынок. Потому что рынок – это сфера обмена того, что произведено. А если не производится, это обмен распродажи того, что еще осталось. Бартер. Нет. Бартер – это обмен. А если это распродажа, значит, это не бартер. Это именно распродажа. Я же сказал, распродажа, это значит продажа по дешевке, а не просто продажа. И больше ничего. Никакой это не бартер. Бартер – это мне что-нибудь другое дают. А если я просто продаю по дешевке, чтобы лишь бы сбыть, это никакой не бартер. Вот, значит, такое у нас получается понимание этого дела. Вот видите, мы даже до середины еще не дошли вашего произведения. Ну что, давайте сделаем, наверное, перерыв, потому что так, 15 минут.